Здравствуйте, друзья! Вы на канале Sim Racing From Zero. Извините, я с вами Борис. У нас еще одна гонка на Фуджи. Вы посмотрите, сколько испанцев! Сколько испанцев! Сейчас они нам тут устроят корриду, я чувствую. Да-да. Да-да-да. Это кто у нас из группы А? Стартует сзади, видимо, сейчас решат тут. Мы сейчас прошьем пелетон насквозь. Типа того. Ну, посмотрим. Так, hit me up top. Hit me up top. Блин, hit me up top. Ну и ники. Ударь меня вверх к топам. Да не какие-то... Приятно же, да, вот Россия на первом месте, да? Это же классно. Классно. Опять долго. Поехали. Разомнемся. Жестком. Давайте без аварий. Давайте. Я только за. Так, да, первые 5-6. Место для меня будет. Ребята, которые едут хорошо. А нам бы добыть 30-ю победу. Так, сконцентрировались. Монокласс. Только два человека у нас, Никита, там Том и Гом. Куча испанцев. Я где? Испанцы нет. Просто желто-черная, желто-красная хрень позади. Типа британец. Молодец. Так, забыли, не забываем. Это очень важно. Беречь резину. Едва не потерял машину. Что-то я криво еду. Так криво, что британец сократил отставание. А,
Да, я проезжал гораздо быстрее. 37 я проезжал. Ну ничего. Да. Так и держим. Так, держим отрыв. Чуть более секунды. Блять. Подобрался. Сейчас будет плыть резина. Десятки я уже пошел. Немцы. Нравится. Ага. Будет ли он атаковать? Не знаю.
еще один круг. Это было близко. Он андеркат хочет сделать. Ну ладно. Давай. Будет очень интересно. Фу, едва не лоханулся. На все деньги. Резку мне не дайте, пожалуйста. Так что место меня догоняет.
посмотрю, он уходит. Ё-моё! Еще раз на все проверим. Смотрим. Настигаем на британца. А посмотрим. У него сейчас вес у него не упадет темп. Вот оно что. Ну что ж, яримся. Догонит, сука, догонит. Очень напряженно. До финиша у нас 2 круга и 3,5 секунды.
прощай. Последний круг и 2,5 секунды. Очень жарко, ребята. Ой, кошмар. Две секунды. Называется, не догонишь, не догонишь. Да. Есть 30-я победа. Фух. Красиво. Красиво. Ну, очень красиво. Прям британец сжал, 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 меня сжал. Победа. Интересно, вот если бы он не поехал на песок, такого достал или нет? Посмотрим финальную точку. Быстрее уже, ну. И давай. Пол позиции, чистые заезды. 30-30 года. Ну а с вами прощаемся. До следующей гонки. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока.